Выжить без мамы. Трое детей после смерти самого родного человека остались на попечении у бабушки. Живут в опасном районе Макеевки. Заботу о младших взял на себя 14-летний Даниил. Больше всего он боится потерять своих близких. Как выживают, расскажет Виктория Чистюхина. 14-летний Даниил и его семья живет в Макеевке в опасном микрорайоне Шахтерский. Тут везде свистит, летает. Это просто страшно. За 2,5 года возле их дома почти никогда не было тихо. Парень несет ответственность за семью. Он заботится о самых близких – сестре, младшем брате и бабушке. Страшно иногда. Стекла трясутся. Это как-то ненормально. По полночи не спим, потому что взрывы. Дети, конечно, маленькие, конечно, боятся. Старшие уже к этому привыкли. Хоть бы быстрее закончилось. Хочется мирного неба. Данил и Богдана двойняшки, Давиду 5 лет. 3 года назад их мама умерла от пневмонии. Нет с кем было оставить, я работаю. Сама себя затянула. Уже поздно обратились в больницу, но больница уже ничего не спасла. После смерти дочери Ольга Викторовна оформила опекунство на старших внуков. У Давида другой отец. Мальчик бывает у него на выходных. Справляться с 3 детьми бабушке сложно, поэтому все дела по дому подростки делают сами. Убираю иногда. За продуктами могу сходить. Дети не перестают думать о маме, поддержки которой им так не хватает. Скучаю. Трудно с Давидом. Он иногда такой вреден. Выехать из зоны боевых действий у Черных возможности нет. Поэтому выживать приходится, заботясь друг о друге в сложной обстановке. Продуктовые наборы помогают прокормиться. Хорошее, нормальное качество. Даже отличное, все нормально. Никаких претензий нету. Большое спасибо Ренату Леонидовичу. Очень большая помощь. Помощь от штаба Ахметова ежедневно получают 1000 людей. Продуктовые наборы раздают на 38 стационарных пунктах по обе стороны линии соприкосновения, а также бригадами мобильных волонтеров. Сахар очень хорошо помогает, чаи гоняют. Из муки для внуков Ольга Викторовна часто готовит выпечку. Пирожочки с капустой и с повидлом. У меня внук очень любит с капустой. Больше всего она хочет, чтобы старшие закончили вуз и твердо стали на ноги. Чтобы это сбылось, мечтают о том, чтобы прекратились боевые действия. Мира. Думаю, мама этого тоже хотела. Виктория Чистюхина, Данила Киреев для канала «Украина».